рамках конкурса пришлось какие-то новые технологии осваивать, к примеру, создавая медиавизитку. Пожалуй, выбор моей профессии был предопределен еще с самого детства. Я любила играть в школу то с куклами и мишками, то с друзьями, объяснять материал, ставить оценки. Мой опыт работы небольшой, но я с уверенностью могу сказать, что это та работа, которая приносит мне удовольствие. Я преподаю математику, русский язык, литературное чтение и много других предметов, потому что я учитель начальных классов. Вообще, конечно же, мне хочется помогать детям. Мне нравится с ними работать, мне нравится видеть их горящие глаза. Ну, конечно, сейчас у нас было предостаточно времени, чтобы подумать, как мы эту ситуацию решим. А в реальной жизни столько времени нет, поэтому нужно действовать здесь и сейчас. Все, что я сегодня имею за плечами, да, благодаря педагогическому опыту, это мне сегодня позволило решить те педагогические ситуации, которые описаны. Я буду задавать тему и задавать главный вопрос, такой мини-дискуссии. Воспитанник, современный педагог, он будет педагог, он наставник, он родитель, он воспитатель, он губернатор, он репетитор. Вот только дипломатия, язык договоренности, доверие, вот это действует. Ну, на ваш взгляд, сегодня, в моменте, важнее знания, которые вы выгрузите, дадите как-то? Пожелание себе и пожелание учителю. Вот через вот эту парковку я вижу, кому на уроке нравится, да, там кто-то... Перед первым уроком берут карточки, на которых либо нарисована ладонь, либо обнимашки, либо конфетка. Как раз первый факт, на который я обратил внимание, это то, что вы правда в профессии. То есть вам нравится, вы чувствуете профессию, вы ею живете, и вы совсем не искусственно здесь.